Эй, кукушка, не стукнись, смотри головой, а месяца серп. Эй, ученик, смотри, не умри лишь сегодня, ведь мастер не в духе. Разгадывая кроссворд, оптимист это делает ручкой, а пессимист карандашом. А я уверен, что все мои подписчики и зрители настоящие оптимисты. Ведь поглощать столько энергии чи пессимист просто не в состоянии. Приветствую вас, зубодробящие каракатицы, с вами Федорович. А сегодня вы наконец-то узнаете, как защититься от двух вооруженных бандитов или охранников пистолетами, наконец-то поймете, как захватить власть в семье, ну и увидите еще кое-что необъяснимое. Если вы случайно зашли в магазин, чтобы унести его кассу, но там оказалось два охранника с пистолетами, тогда просто бросьте в них деньги из карманов и поломайте этих чертей вот так! Но если теперь вы стоите за кассой в магазине, а вас хотят ограбить два тупых утконоса, которые не подозревают, что вы мой ученик, порвите их в клочья! Блохе топором голову не рубят, а вот защищаться от жены надо уметь. Именно поэтому была создана целая школа, которую возглавил главный подкаблучник района. Чтобы вы могли противостоять домашнему насилию от дерзких жен. Если ваша жена в очередной раз решила дать вам леща и забрать всю зарплату, просто заблокируйте этот удар, затем сделайте невероятный проход за спину и поломайте ей шею. Только аккуратно, а то я на отработках поломал двоих собутыльников, о чем теперь очень жалею. Но о жене я жалеть не буду, поэтому сопротивляйтесь и сражайтесь. Иногда предупредительный выстрел лучше делать сразу в голову, особенно когда у вас есть враги, которые немедленно хотят провести яйцевый захват. Если вы вдруг оказались таким же лысым красавчиком, как я, и к вам постоянно пристают молодые мужики, пытаясь схватить между ног, вы не должны бояться и убегать. Просто нежно взгляните оппоненту в глаза. Тогда он просто застынет от вашего очаровывающего взгляда, а вы уже будете делать с ним все, что угодно. Если до 20 лет не женился, то потом уже рано. А если до 150 килограмм не успел стать мастером, то потом тоже не поздно. А если вы живете в очень суровом районе и на вас постоянно нападают банды с мачете, купите себе носовой платок. Взмах платка с зелеными соплюхами может быть страшнее удара острого меча. Прямо как у этого мастера. Наверняка вы заметили сзади рекламный баннер школы Пенчак Силат. Но не нужно судить о всем единоборстве по конкретному мастеру. Нужно судить мастера по его деяниям, а не тем, что он говорит. У каждого своя дорога, но все они ведут в одно место. А я хочу, чтобы вы сейчас отрешились от всего мирского и попытались осознать, что происходит в этом видео? Ну что, поняли? Нет?
Ну и неважно. Значит, у вас еще недостаточно силы Чи, и для того, чтобы ее восполнить, вы должны изучить приемы вот этого мастера с черным поясом. Больные одной болезнью понимают друг друга. Потому на сходнике великих мастеров с черными поясами в школьном зале воцарилась такая гармония, от которой все участники плясали и падали лишь от силы мысли мастера. Ибо они стали настолько мастеровиты, что читали удары сенсея еще до того, как он ударил. А значит, и падать можно до удара, чтобы мастер лишний раз не напрягался. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сколько вооруженных бандитов уничтожили вы. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала, даже за символическую сумму в пару долларов, по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, спокойно. Защита! Нога где-то, раз-два! Переваривайтесь! То любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Дети на Америкатор! Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! 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 Вот так.